Михаил Иванович, одна судейская ситуация. Смотрите, во время турнира испортились часы. Арбитр не видел, сколько времени было на часах. Как он должен поступить? Ну, очень просто он должен поступить. Во-первых, спросить у шахматистов, помнят ли они время. Ну, шахматисты молодые, не помнят. Ну, если шахматисты не помнят, надо восстановить, исходя из определенных расчетов. Если за один ход бонус 10 секунд, у нас есть начало тура в 10, в 16. То есть задачу эту по силам решить даже первокласснику. Это несложно. То есть распределяется время поровну? Да, конечно. Вот это вот важно. Да, да, больше ничего не придумаете. Спасибо.